В уроке мы начнем изучение песни «Звезда по имени Солнце» по нотам. Мы разберем очень много новых терминов и научимся понимать, как сыграть по нотам песню правильно. А также научимся править песню, найденную в интернете. Сегодня будем рассматривать композицию «Звезда по имени Солнце» и смотреть, что у нас здесь происходит по тактам, скорость, метроном, репризы, вольты и все остальное. Будет у нас сегодня все эти темы обсуждаться, поэтому давайте начинать. Сейчас будем разбираться, сколько здесь аккордов в такте. Так, вступление и начало отсюда. Раз, два, три, четыре. Значит, у нас первый аккорд, который играется, был два такта. Давайте мы это место еще раз услышим. Начинается со слова «снег», считаем раз, два, три, четыре, и в этом моменте аккорд не меняется. Попробуйте это услышать. Белый снег, серый лед. Растрескавшись. Вот, а на растрескавшись меняется аккорд. То есть получается, что у нас будет два аккорда. То есть не два аккорда, у нас будет один аккорд, два такта. У нас будет один аккорд, два такта. Сейчас посмотрим, что нам предлагает интернет. Так, ну как всегда, вот такой запрос вводим. И что мы смотрим? Это я уже пооткрыл, открою то, что я еще сегодня не смотрел. Так, вот это что у нас тут будет? Так. Ага. Аккорды, как прижать. Ага, и вот начинается песня. Так, вот стоит белый снег, и вот отсюда начинается аккорд. Вот он уже, кстати, нарисован. Синий – это тоника подразумевается. Кстати, сейчас мы проверим ре минор. Вот, здесь тоника на четвертой, и здесь тоника на шестой, то есть, но здесь она не подписана правильно. Соль мажор, тоника здесь стоит неправильно, тоника должна стоять здесь, на шестой струне. До мажор, и здесь тоника тоже не указана, подразумевается. Ну, здесь они имеют в виду, что и это есть тоника, но на самом деле самой главной нотой здесь будет именно вот это. Здесь вот эта нота до и вот эта нота до, они две являются тоническими, но мы говорим о ноте в басу, то есть тоника – это нота в басу. Так, теперь посмотрим на сами аккорды. Значит, ля минор стоит один у нас, и стоит он правильно, потому что начинается со слова «снег». Давайте еще раз послушаем это место. Белый снег, серый лед. Да. Белый снег, это серый лед. Белый, раз, два, три, серый лед, два, три, четыре. То есть на снег. Растрескавшаяся земля. А это уже следующий аккорд на растрескавшийся. И там слышно смену аккорда. Так, и вот здесь поет, стоит до мажор, растрескавшаяся земля. И дальше все правильно. Одеялом ре минор. И город в дорожной петле тоже все правильно. Здесь ошибка в том, что не написано, сколько тактов играть каждый аккорд. Здесь просто стоят эти аккорды. Так. И что самое интересное, что в интернете всюду будет повторяться одна и та же структура. Вот смотрите. Они так ощущение, как будто копируют один и тот же фрагмент, и все им пользуются. То есть просто множат одну и ту же схему. Я вот когда пытаюсь что-то сыграть даже более сложное, я сталкиваюсь абсолютно с тем же самым. Вот видите. То есть, как будто кто-то один это написал, а все остальные давай его повторять. Да, здесь то же самое. Ну и последний давайте откроем, так, чтобы точно убедиться. Что-нибудь такое. Ну да, вот. Вот, и вот это большая печаль. Печаль, потому что придется во всем разбираться самому.
Чтобы разобраться более конкретно, есть два варианта. Первый вариант – это начинать это все подбирать на слух. И второй вариант – находить ноты. Когда есть ноты, то это хорошо. Бывает такое, что нот нет. Поэтому нужно пользоваться и первым вариантом, и вторым. Поэтому мы сегодня разберем и первый, и второй вариант. Значит, делаем на слух. Белый снег, два, три, четыре, серый второй. Ночь, на растрескавшейся земле, одеяло лоскутным на ней. Самый лучший способ в этом разобраться – это начать считать раз, два, три, четыре. И бывает такое, что просто не успеваешь просчитать и услышать, в каком месте идет смена аккорда. Для этого нужно замедлять. Вот здесь у нас обычная скорость. И меняем на 0,75. И начинаем делать то же самое. Так, сейчас мы будем править вот этот вариант, допустим. Значит, вот вариант, который у меня уже готовый. В чем разница? Разница в том, что здесь уже стоит второй аккорд. Белый снег, три, серый лед, тыч, на растрескавшийся семь, раз, два, три, четыре, я вам, да, три, четыре, на ней, два, три, четыре, город, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. То есть эти места... Сейчас мы будем находить в песне. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Белый снег, два, три, четыре, серый раз, лёд, два, три, четыре. На растрескавшейся земле, раз, два, три, четыре, одеяло, раз, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, 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 раз, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, четыре, раз, два, три, четыре, чтобы вот этот вариант исправить, его нужно, ну, как я обычно делаю, я обычно копирую, вставляю и потом в том месте, где должен стоять второй аккорд, я просто его тут дописываю. Второй вариант – это нужно найти эту песню в нотах. Давайте попробуем разобраться с этим. Так, я уже нашел тут кое-что. Значит, есть вот такой вариант. Вот будем называть его вариант сложный. Вот такой. Потом здесь же есть вариант полегче, вот такой. Ну и, собственно, повторяющийся вариант, который полегче. Давайте разберем, чем они друг от друга отличаются. Аккорды, которые здесь стоят, все стоят здесь, аккорды правильные. Ну, вот, допустим, по простому варианту давайте посмотрим. Вот тактовая линия. Вот размер 4 к 4. Это означает, что мы считаем в каждом такте 1, 2, 3, 4. Вот это называется за такт. Белый снег. То есть вот, это за такт. И отсюда начинается песня. Снег, ты серый. И вот это вот. Лед, ты на растрескавшийся. Повтор до мажора, ты одеялом, та-та-та. Вот повтор ре минора. Соль мажор, ты. И повтор. Ну и так далее. То есть здесь, в принципе, все понятно. Вариант, который повыше, он повторяется. Вот за такт идет. И вот начало песни пошло. То есть вот по два такта тоже ля минор. Здесь в конце только они вот пишут о том, что вступление 1, вступление 1, вступление 1 и кода. И вот написано само вступление, которое подразумевается, которое нужно играть.
То есть они имеют в виду, что нужно вот это все сыграть, вот эту всю песню, потом сыграть вступление. Вот написано вступление. И вот, вот это играем вступление, ре минор два такта, и ля минор два такта, ля минор, и вот он повторяется. Ну, на самом деле написано довольно-таки не очень грамотно, потому что вот стоит, например, финал репризы, а где начало репризы, здесь нету. То есть, по идее, должно быть где-то быть начало репризы, поэтому этот вариант какой-то очень такой странный. Так, идем сюда. Ну, здесь вариант такой же, как и мы видели до этого. Разница в том, что здесь в конце стоит вот такой знак, с которым мы разберемся чуть позже. А так, в принципе, то же самое, что и было в предыдущем варианте. Но имеет смысл нам сейчас рассмотреть вот этот вариант сложный, потому что здесь мы получим много чего нового. Ноты написаны таким образом, что они объединяют три нотных стана. Вот эти раз, два и три. И имеется в виду то, что один такт прошел, вот это вот. Вот это все есть один такт. То есть, по большому счету, это одна нотная линейка, которая просто объединена в три. Вот в данном случае вот мы видим вот раз, два, три. Это вот партия бас-гитары. Вот тут наверху вот эта вокальная партия, вот написано белый, и там дальше будет снег, это для вокалистов. А вот это вот написанные аккорды. Вот средняя линейка. Здесь написаны аккорды, аккорды и ритмическая фигура, которую нужно играть. Но идем с самого начала. В начале это идет вступление. Вот у нас стоит ре минор. Вот он. И пошел такт ре минора. Два, три, четыре такта ре минора и ля минор. Давайте начнем сразу. Вот начинается белый. И вот мы пришли сюда на снег. И мы видим, что здесь появляется группировка. Во сколько? Раз, два, три, в пять нотных линий. Так, и зачем же они это сделали? Давайте разбираться. Ага, значит, тут вот стоит цифра 2. Цифра 2, это имеется в виду, что это у нас будет повтор. Повтор, это у нас была когда-то тема, которая называлась реприза. Вот начинается реприза. Вот толстая линия. Тоненькая, и две точки идут вовнутрь. Здесь реприза начинается. Белый, и отсюда начало репризы. И мы пошли по вот этой верхней строчке играть. То есть вторую нижнюю строчку мы не трогаем, потому что там слова совсем другие идут. А эти слова написаны с цифрой 2. Это второй такт, второй куплет. И 2000 лет война, война без особых причин. Это у нас второй куплет. И вот, кстати, здесь и третий куплет тоже сразу подписанный. То есть это получается первый куплет, второй, а это третий. И мы знаем, что так было всегда, что судьбой больше любим. Это у нас стоят аккорды и басовая линия, то, что играет бас-гитара. Значит, два такта ля минора, как обычно, и пошел до мажор. То есть если мы будем смотреть, то вот получается белый снег, вот тактовая линия идет, серый лед, вот тактовая линия до сюда дошла. То есть, если мы по первому куплету смотрим, мы смотрим по первой строчке. Белый снег, серый лед. Здесь мы находимся. На растрескавшейся земле. И вот дальше ле. То есть, здесь по верхней строчке все идем смотреть. Первый куплет идет по верхней нотной строчке, по вот этой. Так, здесь все повторяется. И мы приходим вот сюда. Вот. И здесь мы переходим на тему, которую мы уже до этого разбирали, которая называется цифры. Также это называется еще вольты. У нас были варианты окончаний. Вот конец репризы. То есть первое, что нужно найти, это нужно найти конец репризы. А потом начинает разбираться с цифрами, с вольтами. Вот это цифры. А вот это конец репризы. То есть мы должны были начать играть сначала, и мы доигрываем до вот этого места. Здесь у нас завершаются слова. По имени солнце. Вот. И мы здесь идем на начало. Первое, третье означает, что мы играем в первый, третий повтор вот эту вольту.
А во второй повтор мы играем вторую вольту, вторую цифру. То есть, когда мы пойдем на начало, после того, когда мы сыграли, дошли до вот этой репризы, мы, по идее, должны возвращаться назад. То есть, мы возвращаемся вот сюда, вот. Вот, на начало репризы, и мы приходим на повтор, на вторую, сюда. И пошли играть. Идем, двигаемся сюда. Пришли, и мы завершаем вторую цифру. Вот. Вторую цифру мы завершаем. Вторую цифру мы завершаем где? Вот здесь. Вот здесь завершается вторая цифра. Вот мы ее сыграли, а потом мы играем вот это вот. Инструментальный проигрыш, который называется вступление. Вот два такта ре минора, два такта ля минора. То есть они объединены вот, вот такой скобочкой. То есть это только вот так вот рассматривается. То есть если до этого мы смотрели вот такую линейку, связанную с тремя нотными станами, то здесь будет два. После этого мы доигрываем вот до сюда. И здесь мы встречаем новый значок, который называется сенью. Вот он. Это вот такая как бы буква S перечеркнутая. Что такое значок сенью? У нас сенью обозначает, что мы возвращаемся на значок сенью, там, где он стоит в самом начале. То есть мы идем на начало на сенью. В начале у нас тоже стоит значок сенью. Вот он. И знак сенью у нас работает вместе со знаком фонарь. Знак фонарь – это вот он у нас. Первый фонарь, и вот у нас второй фонарь. Теперь, как работает у нас знак сенью и фонарь. Вот, очень хороший пример я нашел. Вот, допустим, существует вот такой вариант, который мы должны сыграть. Вот это мы играем и встречаем знак сенью. Потом мы играем, стоит знак фонарь. Потом стоит второй сенью и второй фонарь. И вот здесь написана последовательность, как нужно это понимать. То есть сначала мы играем до знака сенью. Вот до сюда. Потом мы возвращаемся опять на сенью. Потом мы доходим до фонаря. И играем опять. Идем на фонарь и потом продолжаем со второго фонаря. Вот эту схему нужно переписать, проанализировать. И постараться ее очень хорошо запомнить, потому что с таким вариантом придется сталкиваться очень часто. Еще раз. Песня начинается со знака сенью. Белый снег. И когда мы доходим до знака сенью, вот здесь, и там, по идее, мы знали, что так было всегда, и мы должны перейти на другую часть куплета. То есть мы возвращаемся опять на сенью. То есть мы идем опять сюда. Вот. А потом, когда мы играем от знака сенью, и мы знаем, это мы уже играем третью цифру. Подразумевается, что это третья вольта. И знаем, что так было всегда. Это третий куплет песни. Что судьбу больше любим, и так далее. Мы двигаемся, двигаемся. И мы должны двигаться до какого знака? Кто сейчас угадает? Вот, пожалуйста. Третья вольта заканчивается и до фонаря. До фонаря. Именно до фонаря. Вот смотрите, вернулись на сенью. Потом дошли до фонаря. Вот здесь все внизу написано. Пропустили. И опять пошли на фонарь. То есть мы дошли до фонаря. Потом пропускаем все, что здесь написано. И вот мы видим опять последний фонарь. И с этого фонаря мы уже играем финал песни. Здесь у нас будут аккорды вступления. Это будет два такта ре минора и два такта ля минора.